Всем доброе утро! Снимаю сейчас на телефон, потому что не могу найти зарядку от своей камеры. Не знаю, куда ее сунула. У меня такой бардак дома во всех ящиках, что мне нужно срочно расхламляться. Меня бесит просто весь этот бардак. Не знаю, куда сунула. Надеюсь, я ее не оставила на даче, потому что последний раз мы ездили вот на новогодние праздники, и я ее туда брала. Но я ее там не заряжала. Я вот отвела Тёмку в садик. У меня сегодня назначен прием к эндокринологу. Ну, не у меня, а для Тёмы. Но пойду я без Тёмы. Так, в принципе, можно, когда мы выписываем только рецепты, в принципе, у эндокринолога. Поэтому он особо там не нужен. Еще узнаю результаты анализов. Мы там сдавали в январе, по-моему, кровь, гликированный гемоглобин. Вот, и все такие основные анализы, ну, иногда там раз в 3 месяца надо сдавать. Вот, а параллельно буду заполнять свой дневник Сахаров, ну, не свой, а Тёмкин. Вот он, дневничок. Я немножко тут проленилась и не заполняла почти целый месяц. Вот, поэтому сейчас буду наверстывать хотя бы одну неделю. У меня есть фотографии меню садика, сахара. Вот, осталось только вспомнить, какие я дозы вводила. Ну, в принципе, это так ей для анализа. Она ничего особо нам не говорит там по дозам, там еще почему-то. Ну, никаких советов, потому что дозы в основном корректирую я. Вот, ну, так чисто там сказать. О, вам тут надо было повысить. Ну, на следующий день, опа, я повысила. В таком плане. Кстати говоря, сегодня я проспала мой будильник. Я, наверное, его выключила, но не проснулась. Я, наверное, на автомате это сделала, хотя легли мы ввремя. Я ложусь где-то 10:30. И эти 20 минут, то, что я проспала, мне не хватило, чтобы помыть волосы с утра. Я их мою каждый день. Вот, поэтому я сейчас еще вот позанимаюсь на беговой дорожке и помою сразу волосы. В подспорье у меня еще к сахарам вот так вот выглядит выгрузка с Либры. Я, в принципе, это вот то, что она намеряет, вот этот столбик, это то, что я намеряю, когда подношу. Я сверяюсь с глюкометром, когда анализирую, как у него прошел день в садике. Ну и за ночь я смотрю сахара. Вот, получается, каждые 10 минут она где-то меряет. Поликлиники сделала, это буквально заняло минут 15. 5 минут я шла туда, 5 минут обратно. Там буквально выписать рецепт, и сейчас поеду в аптеку. Вот я припарковалась на обочине, и вот тут, получается, совсем такие сугробы. И мне пришлось идти по дороге. Вот, пропускаю все машины. Ну, благо дошла. Но с парковкой давно уже люди жалуются, что нету места. А они говорят, что мы зажрались. Вот она, наша аптека советского типа. Она муниципальная у нас.
И вот туда мне надо за железную дверь. Сейчас пойдем и посмотрим, будет ли мне удача. То есть полоски ожидаются вообще? Ожидаются с начала года, что ждем. Получается, они теперь только дают гарантию на то, что выдадут. Это медицинские препараты, то есть это инсулин в нашем случае. А на всякие полоски, шприцы, иглы они не ставят на очередь, ну, как раньше, на так называемую очередь, то есть они записывали список, и в согласии с этим списком, когда приходил товар, они выдавали по списку. А сейчас, получается, они не записывают, и я так понимаю, что нужно отслеживать будет, то есть как только придут полоски, надо бежать, бежать, бежать со своими рецептами. Если срок рецепта истек, значит, вы не получите ничего. Пошла я домой, сейчас где-то 2:30, что ли. Вчера, кстати, я не успела съездить за наушниками в Эльдорадо беспроводными, потому что там были какое-то плотное такое движение медленное. Короче, я решила, что я не поеду, не буду опаздывать к Тёме. Вот сегодня выйду пораньше и точно их заберу, потому что у меня осталось, по-моему, 2 дня резерва. Я, короче, так и не нашла зарядку от камеры, поэтому придется снимать на телефон. Получила я наушники. Вот они. Мы уже, кстати, дома. Вот такие вот наушники. Где они? Вот они. Они такие тяжеленькие. Вот они сами по себе. Они магнитные. Вот так вот к друг дружке пристают. Здесь у них пульт управления. Ну, все, в принципе, просто. Там увеличение громкости, уменьшение, следующий трек. И вот это включение-выключение, ответ на звонок тоже. Вот этот шнур не будет явно переплетаться. Плюс еще к ним шел вот такой вот шнурочек зарядка. Но я так понимаю, что можно просто... Вот у меня обычная зарядка для моего телефона. Она с таким же разъемом, поэтому вот сюда в наушники она подсоединяется. Написано, заряжаются 1,5-2 часа и хватает на 4 часа. Я думаю, мне на пару дней будет хватать. А я на этом закончу свой влог. Всем пока, увидимся в следующих видео.